радио. Что? Водитель, включите, пожалуйста, радио. Конечно. Прекрасная песня, да? Если тебе типа 100 лет, и ты глухой пень, выруби! Погромче! О, наш шофер-ассистент запел. Мы ему это разрешали? Нет! Воспитание пригодится! В этом вовсе смысла нет. Вези нас в магазин, да, типа живо. Не тратить деньги, а поделиться. Больше вещей, едем дальше и быстрей. Вещи не приносят счастья. Счет по нулям, и больше денег нужно нам. В мире лучше награды нет, чем ежедневный труд. Вы послушайте мой совет. Весь день потеть и пыхтеть, нам и этого хотеть. А внешний вид не так уж важен. Гложет зависть сердце вам. Он прав. Помощь другу вдохновляет. Да, когда все помогают нам. Он читает нам мораль. Да, но в его словах есть типа смысл. Плохими девчонками быть вовсе нелегко. Людям просто невдомёк, как трудно порой придумать прикол. Как хочу увидеть мир, где люди забыли гнев, где прощает друга друг с улыбкой посмотрев. Может, он прав, и мир правда другой. Может, пора